Всем привет! Да, сегодня решили, точнее это вон тот человек, который вы видите на экране, решил вспомнить свое детство, тяжелое, трудное детство. Увидел надпись Покемон 3D. Покемон 3D. И сказал, да, я буду в это играть. Да. Что ты знаешь о покемонах? Ни хрена. У меня для таких есть случаев 3D-очки. 3D-очки, да. 3D. Ну, я думаю, что это пиздеж. Тут нет никакого 3D. New Game. Подожди, New Game. О! Это этот... Как его зовут? Но... Hello, sorry. Как его зовут? Не знаю, как его зовут. Welcome в мир покемонов. Меня зовут Оак. Но люди называют меня мастер покемонов. Покемон Proof там было написано. Да. Проф. Профессор он. Mm-hmm. Ух ты, у него из руки яйцо выскочило. А из него говяжки. Нет, это... Сосиски. Покемон, так. Ну ладно, это мы... Это знаешь, на что похоже? Четыре картошки с такими дефектами. У них красные были дефекты на картошке. Бухие. С красными носиками. Ну, в любом случае, давайте, мы все знаем уже о покемонах. Я-то ничего не знаю. Как это? Ну, он говорит, что они типа помогают. Это тоже покемон, да? О, выбери скилл. Ну, давай вот этот. Это как у Эша. На Соника похож. Какой еще Эш? Ну, там был. Кари. Коряки. Ну, я не знаю, как еще назвать. Коряга его надо было назвать. Коряки. Угу. Он тебя даже по имени назвал. Коряки, you ready? Да, мы готовы. Короче, это твоя история покемонов. Ну давайте же. Ебать, let's fight. Пикачу вызывает тебя. И так, пью. У тебя картинка зависла. Да, она грузится. Твоя комната. Вау. Это тоже пиксельное дерьмо, в которое мы сегодня играли. Да, которое никто не увидел. Подожди. Компьютер. У тебя вон этот, режим дня, видишь, написан на стене. Поспать, поесть, посрать. Стивен, что-то крутится. Не понимаю. Мышка-то управление. Не работает? Бак. Чё ты, ВСД, фрикамера мод включен. О, подожди. Блин, надо как-то... Свободная камера. О, Xbox стоит, или Wii там. Где? Чё, Wii был? Давай налево, выйдем. Налево, налево. На столе там Wii стоял, похоже. Где, где? Вон, 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 да. А, да, слушай, прикольно. Так, есть мешочек, сохранить и опции. В опциях сейчас посмотрим. Нихуя мы с тобой не посмотрим. Управление. Ну, в сумку зайди. А, в сумку, может там покебол? Какой-то сранец там. И в сумке-то нифига нет. Давай на выход. Вот, подожди. Десант, иди на выход. Ладно. В темноту. Вперед. В ваш дом. Ух ты. Ух ты, чика. Ты кто такая? О, привет. Найтшбор. Сосед, что ли? Привет, сосед. Нас, короче, кто-то там искал. Ну, допустим. А там на столе стакан был. А нет, это книги. Что-то тут как-то странно. Дверь какая-то вообще выделяется. Ух ты. Подожди, тут нет опции. Смотри, двухмерный жирный какой-то черт. Надо нажать на какую-то кнопку там. С. С, камера мод. А, только по... Вот, ходи, смотри, по пространству. Так. Не С, значит. С, опять нажми один раз. Не, теперь там видел на картинках было 3D. Тебя обманули. Это обучение, наверное, здесь нельзя еще. Ты скриншот сделал. Ты извращенец. О! О, ты сделал. Слушай, это. Да. Вот жесть. Как она играется. Вперед. Это чужой дом. Лаборатория Элма. Покеболы. О. Привет! Это ты даже знал, куда идти. Да. Ты уже... Я чувствовал. Проходил нам эту нужен... игру, наверное, несколько раз. Нам нужен покебол. Вон они на столе лежат, забираешь и все. Так, давайте же. Окей. Тут очень, типа, разные покемоны. Выбирай любого. Выбери одного. Ну чё, какого? Вон, мусорку бери. Мусорка, я вызываю тебя.
И херня какая-то зеленая достала. Нет, я не хочу. Чикарита. Это Чикарита. Нет. Нет. Нам нужен Пикачу. Давай другого. Я думаю, он тебе недоступен. О, вот это то, что там надо. А первого посмотри. Да вон. Ты хочешь? Тот удай. Тот удил. Водный покемон. Тот удил. Блин, ну давай посмотрим последнего. Ну, что, у него зад разорвало. Взрыв из жопы какой-то. Давай выберем его. Цунденкую. Цунденкую хочет быть нашим покемоном. Он аж от радости, он как взорвался. Цунденкую. Мы нашли Цунденкую. Даже переименовывать его не будем. Жесть. Переименовать я их. Че, о, все. Куда он пошел? К нему. Мистер Покемон. Черри Гроув. В следующем городе. Отлично. О, пожар. Ой, с нами пожар, тушка. Беги. Подожди. Коряки, я... Что-то искал тебе, что ли? По всему миру. Говорит, я тебя люблю. Ага. Вот тебе, короче, зелья там. Волшебные. Потион и всякие в дорогу. Ты идешь в другой город. Бартал. Погнали. Давай, на да. поиски приключений. На поиски. Вдоль братьев. Ой-ой-ой, подожди. Деревьев. Тип какой-то. Иди сюда. Гоп-стоп. Давай, мочила. Вон покемон было. Покемон hide in the grass. Hook no with. Покемон прячется куда-то там. В стекле. Что это за тип? Да я не знаю. Ты должен знать, ты же знаешь. Route 29. Ты же знаешь эту историю всей игры. Че ты нахера? Бери топор, лопату, не знаю. Прыгать не умеет, как в Майнкрафте. Ой, ой, подожди, там говорили... Ядовитые кусты. Покемоны прячутся в кустах. Вон, крыса какая-то. Ратата какая-то там. Цунденкуй, вызывай тебя. Вперед. Давай, гол, Цунденкуй. Бежать, вон, последний, выбирай. Подожди, бэк. Батл. Батл. А обычная атака. Трекл. Цунденкуй, юсит трекл. Крысе пофигу. Ты видел? Отнялась. Четвертый уровень, ты первый. Рататат юс трекл. Пизда твоему. Рататат тоже самое юсит. Синдакулу. А, у тебя пятый уровень. Батл лир. Давай. Лир. Мочи его. Три. Ратата юсит квик атак. Быстрая атака. Что-то постреляли друг на друга, у него жизни отнялись. Крыса. На, золотой дождь. Не золотой, коричневый. Дождь и в телек. Рататай что-то там... Первую используй. Да. Хана тебе вообще. Да, хана тебе, Рататай. Нет, тебе хана. А, нет, смотри. Да, есть. Рататай. Повержена дикая крыса. Да, круто. Отличная работа, Сюнденкуй. Он превратился в мячик и ушел. Здесь. Эй, ты иди сюда, тип. Он покемон. А, подожди, траве, там вон. Нет, тут дальше через траву ход. А. Игру мы скачали с какого-то сайта. Забыл уж название. Ну там смотри, много разных дерево. Игр. Какое-то необычное дерево, да? Да, по возможности будем скачивать еще игры. There Green Apricorn. Ну давайте пнем, что ли. Ты украл что-то голубое там из него. Так, иди сюда, ты нам что скажешь. Cover Pokemon. Какой у тебя покемон, да? Ну, короче, готовься к битве, если ты пойдешь в траву. Деревья. Нет. Ну, деревья что-то не пашут. Опа, на. Аргумент. А, вон, подъем. Слушай. Гениально. Отлично. А вон опять трава налево. Так просто не пройдешь. Сейчас опять, да. Блин. Снова? Ну и кто там? Опять крыса. О! Хопит. Синданкуй вызывает тебе. Ну че? Он у тебя сдохнет скоро, тебе не кажется? А, слушай, может быть. А у него ему уровень скоро дадут, так что он отхилится. На левелапе. Что-то чувствую, сейчас Хопин нам заюзает что-нибудь.
Но ни хрена не произошло. Баг. Там неудачник. Ага, медкит есть, Потел. Смотри. Не, не ешь, не ешь. Да че он, вон, все. Да ему почти уже левелап дали. Почти это не считается. Все, ты просрал ход. Он, смотри, половину снес. Или нет, подожди. Не, он вообще попасть не может. Почему? Он, у него косоглазие, наверное, упоротый какой-то. Упоротый, ну. Он так, знаешь, я тебя бью, и стоит. Все. Пранк! Победа! Синденкуй побеждает. Ты ж нафига ты пойло выпил? Тебе левел ап дали. Отлично. Че? Шестой уровень. Че-то мы выучили там. Смог скрин умеет делать. Экран дыма. Так, возвращайся, Синденкуй. Он, смотри, какой-то толстый мужик стоит. Еще один фермер. Да он там вообще город. Фермер. Иди в город. Подожди. Иди в город. Он ищет кирпич, видишь? А что тут за дом? Кирпичи продают? Мужики, вы чё? Погода отличная сегодня. Наслаждайся. 46. Хочешь сесть? Типа, можешь гулять дальше. Я думал, ты в город пойдёшь. Нет, пойдём в город, конечно. Чё за бред? 29. Тун-тун. Вообще не связанные цифры. 46-29. Как и все в этой игре. Странное управление. Там внутри редька какая-то растет. Направо. Редька! Рвем редьку. А может это покемон? Оран has sprouted. Непонятно. Не выросла еще. Подожди, сейчас скажет. Ну да, видимо да. Я жду типа покемонов ночью. Молодец. Шалун. Какая музыка, слушай. Она уже надоела. Шедевральная. Вон дорога. 29. О, все, мы достигли города. Вода была, только что видел? Угу. Подгрузка. Ты видел? Пок. О, вот он. Старичок. Привет. Пок зовут его. Да, ну, что-то научи меня новым штучкам. This is Pokemon Center. Он хилит твоих покемонов всегда. Отлично. Дальше. А, он показывает город. Вперед. Экскурсия. Экскурсия. А это у нас магазин, видимо. О, это покемонский магазин. Здесь ты можешь купить шары, чтобы поймать покемонов и другие предметы. Диких покемонов. Ладно. А это лес. Просто лес. Ну, несмотря на все, наверное, интересное. Ну как? Шоссе 30 или что-то? А, ну там типа бьются насмерть. Скрывает ебало. А это забавная гора, говно древнего динозавра. Там и три ходка даже есть. Ходка. Это море. You can see. А, ты можешь найти некоторых покемонов в воде. Не, ну слушай, тут как большая песочница. Пока все, что. Все, он ушел. Типа Final Fantasy. Вот. А это местная шалава. Ничего. Можешь всегда к ней обращаться. Здесь все. Слов нету. Это мой дом. Спасибо тебе. Спасибо тебе за компанию. Good luck, я ушел. Удачи тебе. Так, сейчас, подожди, надо взять шары. Я так полагаю. Шаромастер. Welcome, что тебе нужно? Мне нужны шары. Да. Где узнать, что у них есть? Диски. А шаров нету? Это твое, да? Ой, я вообще не понимаю этой логики. Пишет, что мои деньги 3000. При этом у меня чтобы вот... купить, надо перетащить его вниз предмет. Нет, это твой справа, чужой слева. А как? Е попробуй, как там было же. Ну, управление смотрел. Играл, поди. Да, конечно, вот не заняться-то нечем больше. Конечно, это ж покемон. Там было, у тебя Е открыть, у тебя не пустят туда. А нет, смотри, в траву иди. Сверли, сейчас какой-нибудь крысой сразимся. Эй, ковбой. Удачно. Эй, кайбой! Ты можешь тренировать своих крыс.
Точно. Шоссе 3. Город, очередной город. О, грибочки нет, не грибочки. Берем телевизор и валим отсюда. Хай, тренер. Я могу научить тебя некоторым штучкам. А именно барьеру и априкорну. А, типа ты можешь априкорну найти везде. Это, видимо, желуди. Им нужно 24 часа, чтобы вырасти, да. Ну давайте же. Мы взяли... Нашел розовый априкор. Не розовый. А, розовый, да. Посади его. Что-то еще дают нам, дают. И заполни, ты можешь индексировать разные желуди. Просто посади. А, то есть какое дерево и желуди. Логично. Апельсины не растут, апельсины. Вон дырка, смотри, возле дома. Посади туда. One big berry with planted corn. Тут что-то посажено уже. Это не наш хлеб. Смотри. Трамплин. Как... Трамплин, да. И никуда мы не можем уйти. А сюда нельзя посадить? В наглую там взять. Вон туда можно идти. Через траву. Сейчас, смотри. Нападем. Нападение. Появилась. Божья коровка дикая. Офигеть. Не мечки. Вместе. Вперед. Так, вон смоки скрин, смотри, есть. Дымовая завеса. Угу. Давай, проверь. Синдайкуй, используй. Блин, это опять красный дождь. А ему пофигу. Ага. Ему насрать. Он слишком ловкий. На третьего уровня. Он тангу использовал. Тангу? Тангу? Такл, такл. 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 Сейчас такл на такл разменяемся. О! Смотри, с одного крит, да. Есть. Экспо. Очередная экспо. Отличная работа. Синкандуль. Ладно, завязывай, наверное. Да, это, в принципе, можно играть бесконечно. Игра называется Pokemon 3D. Вон, смотри там. Подожди, подожди. Шайка. Разбор. Ура-та-та! Такл, блядь! Ты больной человек. What this a big battle? Leave me alone. Говорит, здесь происходит большая битва, оставь меня. Да, ну в общем... Я хочу быть Forever. Вот такая вот игра. Forever Alone. В принципе, интересно. Вечно, вечно одинокий. А, вот подожди, дерево. Да, вот мы подобрали зеленые эти желуди. В общем, вот такая вот игра. Ставьте лайки. Да, начнется битва. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.